мы подъехали к аквапарку Ривьера. И сейчас попытаемся прокатиться на вон той вон штуке. Видите? Вот так. Крутится. Идем? Идем, малыши? Идем. Смотрите, сколько людей сегодня. Жаркий день в Казани. Давай, сейчас Сашу сфотографируем с голубым чудиком. А там, видите, сколько казанцев сегодня приехало в аквапарк. Просто невероятное количество. Ну и мы с ними заодно. О, какая большая, да? Мы будем кататься сейчас. Да, сейчас будем кататься. Ой, какой запах. Вот эти вот сосны и жара. Такой аромат кайфовый. Вот там, пап, здесь флаги. Флаги разных стран, да? Сейчас мы туда поднимемся. Сейчас найдемся. Особенность этого колеса обозрения, то, что каждая кабинка представляет собой какую-то страну. В каждой кабинке играет музыка той страны, флаг, который на ней нарисован. Сейчас вот посмотрим, что нам выпадет. Чудики, чудики. Вот касса. Количество посадочных мест. Ну что, погнали наверх. Видите, вот Мексика, Испания, Великобритания, Россия. Чудики. Идем в кассу. Сейчас узнаем, сколько стоит. Над Казанью нависла туча. Так, 120 сантиметров. Сейчас будем измеряться. Будни. Вот у нас цены. Так, нам сказочно повезло. Саша и Матвей у нас идут бесплатно на вот эту вот штуку. О, бандура красивая, а? Что? Мы взяли билеты, так как сегодня праздничный день, 12 мая. Для нас, для взрослых, 390 рублей, а так 290 в обычные дни. Идем наверх? Идем наверх.